Руководитель проекта «Общественный контроль» Сергей Дубенко признал гражданское общество Украины и Одессы мертвым. Только 5% горожан способны отстаивать свою позицию. Остальные же просто равнодушны к процессам, происходящим в городе и стране. Что же касается местного самоуправления, то общественник уверен, что кто бы ни стал следующим мэром Одессы, в любом случае он будет лучше Алексея Костусева. 2 года общественной деятельности убедили Сергея Дубенко в том, что гражданское общество в нашем городе давно мертво. Еще в 2011 году он считал, что различные проекты смогут раскачать одесситов. И на акции протестов будут выходить не 50-100 горожан, как обычно, а тысячи, требования которых городская власть не сможет проигнорировать. Но, увы, по мнению Сергея, только 5% одесситов готовы защищать свои права. Да и то это с большим запасом. Если 5% посудить, вот у нас миллионный город, 5% это 50 тысяч человек. Этого с головой хватает. Но я буду прав, если скажу, что на любую акцию, или дай бог, чтобы 500 человек пришло. Да и тех нет. Наверное, 50, да? 50 это предел. 50 человек, которые придут без денег, сами по своей воле, это 0,001%. 0,001%. Это очень мало. Поэтому Сергей Дубенко отказался от попыток пробудить мертвое гражданское общество. На сегодня он предлагает инструмент решения частных проблем, а именно сайт проекта «Общественный контроль», на котором можно в 2 клика заполнить запрос, жалобу или обращение в соответствующие службы, распечатать его и отправить по почте. О нем очень многие знают. И таким образом просто закрыть тему того, о чем я говорил в самом начале, что люди, например, хотели бы отстаивать свои права, но они не знают как. Все, благодаря сайту «Общественный контроль» этот вопрос закрыт, закрыт окончательно. Что же касается местного самоуправления, то Сергей Дубенко считает, что Костусеву повезло. Если бы в городе существовало гражданское общество, то на посту мэра уже давно находился бы другой человек. Общественник уверен, кто бы ни стал следующим мэром Одессы, в любом случае он будет лучше Алексея Костусева. К слову, Сергей Дубенко считает, что Эдуард Гурвиц был лучшим хозяйственником на посту городского головы за все время независимости Украины. Вадим Тютюкин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».